Жух! Привет, друзья, подписчики мои! Ну что ж, в прошлом ролике я обещал вам показать, для чего эта крутая насадка у волчка Infinity Nada Супер Вискера. А все очень просто, вы вешаете вот такой веревочку, крепите над ареной. То есть это просто у меня обычный какой-то жгутик, какая-то бечевка, да все что угодно может быть. Вот так вот подвешиваете, и я его так раскручиваю, потому что у меня пускалка под него не подлазит. А дальше запускаю Блейда! Ой, не Блейда, то есть Флейма! И они могут драться и в таком режиме. Вы представляете, как это круто? Бах, смотрите, конкретно Супер Вискер отбивает удары Флейма, а Флейм такой, типа, ты чё, ну-ка дай-ка. И битва продолжается довольно долго, даже в таком режиме, смотрите, как это круто. Так, хочется мне что-нибудь еще им туда закинуть, но пока нечего, поэтому просто посмотрим этот маленький, красивый, размеренный бой. Вот, Супер Вискер там болтается на арене, видите, как он там болтается. Так, ну он уже все, он уже, видимо, пару ударов ему было достаточно. Ладно, давайте остановим волчки, переключим вот этот режим. И сейчас я буду запускать их еще раз. Так, не могу никак сконцентрироваться. Поехали! О! Атакующий Флейм нападает на Супер Вискера и скидывает его, представляете? Просто скидывает. Так, ну хорошо, а что если нам убрать веревку и все-таки поиграть вот таким крутым Флеймом, вот с таким наконечником против вот такого вот Супер Вискера, вот с таким круглейшим наконечником. Это будет очень интересно, чем закончится битва. Сейчас посмотрим. Так, все готово. Поехали! Какие бешеные атаки, друзья, у них. Да, вот с такими наконечниками мне больше нравится играть. И Супер Вискер, смотрите-ка, и Флейм. Флейм побеждает счетом 1-0. Давайте-ка сразим их еще раз, потому что мне хочется увидеть второй раунд. Так, сейчас я их прицеплю к запускалкам. Оп, так, один готов, теперь второй, погнали! Надо! Ого, опять мощные удары, мощнейшие удары у нас идут. Крутяк. И теперь у нас победил Супер Вискер. Вот это круто, счет становится 1-1. Что ж, давайте играть дальше. Так, сейчас мы закрепим этого парня, закрепим вот этого парня. Теперь запущу-ка я первым Флейма. Вперед! Опасное столкновение в центре ринга. Там Флейм скачет и скачет. Но Супер Вискер, смотрите, тоже-ка не уступает ему. Вот это очень здоровский бой. Так. Я болею за Супер Вискера. Он новенький, он прикольненький. И да, друзья, вот это было убедительно. Супер Вискер одерживает победу. Ну что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. А заказать такие волчки вы, как всегда, можете по ссылочкам в описании. С вами был Неугомонный Блейдер. Пока-пока.